Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Шаг вперед 4. 2012 года. Эмили, дочь влиятельного бизнесмена, приезжает в Майами с намерением стать профессиональной танцовщицей, но влюбляется в Шона, юношу, чья танцевальная группа устраивает музыкальные флешмобы. Команда, называющаяся МОБ, участвует в конкурсе с внушительным денежным призом, а тем временем отец Эмили намеревается перестроить родной район ребят и переселить тысячи людей. Эмили присоединяется к танцорам и организует протестные мобы, рискуя не осуществить мечту, но сражаясь за нечто более важное. Шаг вперед 3D 2010 года. Некоторые учатся танцевать, другие рождены для этого. Люк ищет танцоров для своей команды «Пираты». В конце концов, ему встречаются Лось, поступивший в Нью-Йоркский университет, и Натали, загадочная танцовщица, которая никогда не проигрывает. Смогут ли они превзойти лучших мировых танцоров? Шаг вперед 2. Улицы. 2008 года. Уличная танцовщица Энди поступает в Мэрилендскую школу искусств. Занимаясь там, она стремится доказать, что ничем не уступает другим студентам. Познакомившись с лучшим учеником школы Чейзом, Энди создает коллектив, который должен выступать в подпольном танцевальном состязании «Улицы». В итоге Энди удается реализовать свои мечты и справиться с одолевающими ее проблемами. Шаг вперед. 2006 года. Тайлер Гейдж – уличный танцор. Безумный и рискованный стиль жизни заставляет его конфликтовать с обществом. После очередного инцидента Тайлер попадает в школу, в которой будет вынужден отрабатывать наказание в виде исправительных работ. Там он знакомится с девушкой, которая открывает ему глаза на его талант и окружающий его мир. Грязные танцы 1987 года. Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис по прозвищу Бэби, невинная избалованная девушка из обеспеченной семьи, проводит каникулы с родителями в курортном отеле. Она знакомится с Джонни, красивым профессиональным танцором, искушенным в вопросах жизни и любви. Словно околдованная сексуальными ритмами и ничем не сдерживаемыми движениями грязных танцев в стиле ритм энд блюз, Бэби становится ученицей и партнершей Джонни и в танцах, и в любви. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!